9 километров дорог в щебеночном исполнении должны проложить в новом микрорайоне ИЖС Вилуторовске. По поручению губернатора Тюменской области на это выделено более 140 миллионов рублей. Работы начались еще весной. В большинстве случаев дороги возводят с нуля. В этом микрорайоне выделено более 300 участков под индивидуальное жилое строительство многодетным семьям. Многие уже живут в собственных домах, подведены газ, электричество, проектируется водопровод. Главные проблемы оставались дороги. До ноября планируют отсыпать щебнем 5 улиц, а зимой продолжить. На данный момент мы выполняем снятие плодородно-растительного слоя на улице Екатерины Гусевой для устройства дорожной одежды из песка. То есть параллельно выполняем работы по устройству основания по улице Тизенгаузена и песком отсыпаем, делаем основание из песка на улице Антонова.